Ну, собственно, Красное село. Там погоду, да, спрятались. Чаиные дети. Красное село, там, где объездная, болото и чайки с чаятами. Ну, вон видно, мать и дитя. Такое пушистенькое, маленькое. В прошлом году вот они были больше. Когда на Дудерговском озере были. Также 30 числа. Но в этом году и весна наступила позднее. Ну да. А это незаметно, они же это какие-то ручные. Они же вон. Они там в зарослях. Вот, да. Вот они, да. Ой, какие пушистики. А вот эта вот одна защекрывает их. Не, в прошлом году такие комочки были, знаешь, когда? Когда это, сейчас скажу, еще где-то в середине мая ходили. А так они уже были жирные, большие в это время. То есть у птиц тоже задержка. На несколько недель. Ой, какие веселые комочки. Это ведущее. Так, это лысуха среди чаек. Сотни. Сотни, сотни. Я не про то, про рыбу. Какая рыба? Я не видела мальков ни разу. Были мальки. Были? 2 года назад ходили, тут были мальки. Нам сегодня сказали, что тут рыба ловится. Ух, караси, аж по килограмму. Вы в это верите? Ну вот мы пришли попробовать. Да ничего. Сначала в тылу уже попробовали. Там они сверху кузом туда плавают. Ну теперь в это пробуем. Болото один. Болото 2.